Сейчас я наглядно покажу, как сажаю бонсай поэтапно. Приготовил плошку, в которую буду производить посадку бонсай. На дно селю сетку, чтобы в дальнейшем более мелкий грунт не высыпался. Также высыпаю керамзит, чтобы корни бонсая дышали, не загнивали в дальнейшем и чувствовали себя хорошо. Замешиваю смесь питательную, в которую буду производить посадку. Использую разные виды, как можно более питательные. Вот такое деревце я выбрал. Фикус. Расправляю корни по всему горшочку, чтобы в плошечке ему хорошо себя было чувствовать. Добавляю суккуленты для красоты, но это была ошибка. В дальнейшем я это понял, но в этот момент я еще не знал своей ошибки, поэтому высадил для красоты суккуленты. Показалось уместным. Также для декорации я приготовил вот камушки. Наверное, их добавлю. Вот чуть-чуть так, чтобы красивее смотрелось. Чуть-чуть задекорировали. На AliExpress я заказал семена. Это семена почвопокровки. Сейчас я их тоже сюда добавлю. Но будут ли они здесь расти, я не знаю. В дальнейшем мы это выясним. Увлажним почву. Деревце. Вот семена, как повторюсь, посмотрим, вырастут они или нет. Если вырастут, я думаю, будет довольно-таки интересно.